Добро пожаловать на мой канал, с вами Карина, и в сегодняшнем видео я хотела бы поделиться с вами моими новинками одежды на зиму. Да, осень я как-то пропустила, потому что у нас была, в принципе, достаточно такая классная погода, более-менее летняя, поэтому я сразу перешла к обновке гардероба на зиму, на новый сезон. И да, поздравляю всех, кто встречает зиму, кто также ее ждет, как и я, потому что все равно уже жара мне надоела. И оставайтесь со мной, если вы хотите посмотреть, какие новиночки появились в моем гардеробе. Ну и давайте начну я с самой такой мелочи, да, с какой-то домашней базовой одежды. Первое, я приобрела себе вот такие маечки, белая и черная, они абсолютно одинаковые. Я вообще брала их в магазине Jumbo, у нас здесь есть такой магазин, кто живет в Греции, наверняка, конечно же, знает этот магазин, там есть абсолютно все от еды до одежды, каких-то аксессуаров для интерьера, то есть все-все-все, и игрушки, и даже одежда, да, ну такая, то есть не на выход какая-то, естественно, домашняя, тапочки, вот что-то в этом роде. Я взяла себе, я думала, вот эти маечки буду носить под низ, да, под свитер, либо просто дома в них ходить, но я ошиблась с размером, вернее, я даже не ошиблась, мой размер вообще S, но я взяла на всякий случай M, и в итоге мне M-ка, они очень тугие вот здесь в груди, ну то есть носить их просто так, нет, я не смогу, скорее всего, буду себя просто неуютно чувствовать, а спать в них, да, может быть, я буду где-то спать, либо когда я куда-то уезжаю, буду с собой их брать, ну, чтобы просто носить дома, да, пока я нахожусь. Следующая маечка, это у меня тоже вот такая базовая вещь, просто белая майка, манго, и здесь, да, тоже с их логотипом манго, стоила она всего 3 евро, я не знаю, я хотела бы, конечно, взять таких побольше, потому что вот такие майки, на самом деле, они очень удобные, как и для лета, так и для того, чтобы носить дома, и просто куда-то выехать, да, ну, то есть быстро вот что-то, либо под пиджачок, под что угодно, да, можно одевать такие вещи. А в размере я взяла S. К сожалению, говорю, что была одна, так бы я, конечно, бы разные-разные цвета взяла. Ну и в новом сезоне я решила, что я хочу носить больше платьев. Не знаю, мне кажется, что платье как-то быстрее выбрать из гардероба, из шкафа, когда вы куда-то спешите. Поэтому, ну и как-то проще их подобрать, наверное, аксессуары какие-то и проще комбинировать их с чем-то. Поэтому я взяла себе несколько платьев, и первое из них, вот из всей моей вот этой новой одежды, я носила на самом деле только вот это одно платье. Это платье у меня H&M, и оно вот такое, на самом деле, легкое очень. Здесь оно темно-синее с белыми звездочками, на самом деле очень мило смотрится. Смотрится классно с кожаной короткой курточкой, с кардиганом, с поясом даже, можно пояс надеть сюда. Оно немножко сзади длина подлиннее, спереди чуть-чуть короче. И рукав здесь также 3/4. Оно достаточно легкое, но оно не на теплое время года, да, то есть не на лето. А для нашей осени, для нашей зимы, мне кажется, это вообще в самый-самый раз. Так что, и, кстати, не помню, сколько оно стоило. Кто бывает в H&M, загляните, посмотрите, мне кажется, такой фасон платья, оно подойдет любой девушке, потому что здесь особо фигуру не обтягивает. Да, здесь есть такой небольшой, как поясок, не поясок, а вот как приспоренная резиночкой. И да, его очень легко сочетать с разной обувью, с разной верхней одеждой. Следующее платье, это у меня вот такое черное, короткое, очень короткое платьюшко. Оно сделано как в виде тюльпана снизу, то есть низ, он как бы подшит изнутри, да, и поэтому здесь создается вот такой небольшой объем. Спереди оно достаточно простое с виду. А, забыла сказать, мне подарила его моя подруга Виктория. И да, что хочу сказать, спереди оно идет под горло,
То есть вот таким образом завязывается сзади на шее, и здесь свисают вот такие длинные полоски. Можно их завязать в виде бантика, как угодно, можно просто оставить такими длинными, да, висеть. И сзади здесь также есть каплевидный вырез, то есть он небольшой, он не полностью оголяет спину, оголены плечи, и да, платьишко на самом деле можно по-разному обыграть, можно также комбинировать с пиджачком, то есть в зависимости, какая обувь у вас будет, и от этого уже исходить. То есть это как такое базовое черное маленькое платье. Следующая вещь, опять же у меня платье, тоже покупала в магазине H&M, оно уже такого насыщенно-бордового цвета с бело-розовыми цветами, с бело-малиновыми цветами даже. Абсолютно простой крой, маленький рукавчик, материал, ну не знаю, это, наверное, какая-то синтетика, приталенная, и здесь идет вот такая расклешенная, немножко расклешенная юбка. Ни замков, ни застежек, ни пуговок, ничего здесь нет. Очень классно это платье смотрится, если надевать сверху какой-то объемный, какой-нибудь асимметричный свитер, да, либо кардиган также можно, со шляпой, с сапожками, без каблуков, на каблуках. Тоже безумно классно мне оно подошло, оно мне очень понравилось. И размер я взяла не 34-й, как обычно, да, вот у нас европейский, а 36-й. Потому что некоторые платья, в принципе, оно тянется, да, но я не хотела именно вот, чтобы платье стесняло мне движение, тем более зимой. На самом деле длина здесь не супер короткая, но выше колена, естественно. Ну и следующее платье, это у меня, наверное, такой хотелка, да, моя уже сколько сезонов, я все никак не могла решиться на кожаное платье. Кожаные юбки, кожаные жилетки, кожаные штаны. Все это, в принципе, у меня было, да? А вот именно платье нет. Мне казалось, что в нем будет очень либо жарко, либо холодно, либо я как-то неуютно буду себя чувствовать. И вот, я все-таки решилась. Я была в Бершке и взяла себе вот такое безумно классное, стильное платье, сарафан даже, я бы сказала. Здесь отрезная талия, V-образный вырез на груди и кармашки, то есть как у джинс, да, такие боковые карманы. Сзади нет никакого ни выреза, ничего, просто обычный крой. И что мне здесь понравилось, то что это платье можно носить как и независимо, да, от какой-либо другой одежды, также можно одевать вовнутрь какую-либо блузку, водолазку, не знаю, ну какую-нибудь маечку, кофточку, что-нибудь. И также я взяла в размере M, а не S, потому что не то, что оно мне S маленькое было, а то, что я с расчетом на то, что я хочу одевать какую-либо одежду под низ. Тоже сверху можно накинуть какой-либо такой вязаный кардиган, либо свитер, будет у вас просто юбочка, да, видна. Либо из-под низу будут рукава какие-то видны. То есть тоже очень классно можно обыгрывать, можно создавать разные образы с таким платьем. Так что я очень-очень довольна этой покупочкой. Следующая вещь я приобрела в магазине Mango. Это шорты. 34 размер, то есть я взяла самый маленький размер, потому что здесь материал, он не то, что тянется, ну так, да, немножко тянется, то есть он не такой, что твердый, это материал под замшу, наверное, да, наверное, так лучше назвать. В общем, здесь как бы такой ворсинки, да, небольшие есть. Такого плана шортики, они очень короткие, но они, естественно, прикрывают попу и немножко расклешенные к низу. Сбоку здесь есть замочек. И да, когда я померила, я на самом деле зимой тоже люблю достаточно носить шорты. Мне кажется, это удобно, это красиво. Даже несмотря на то, что они короткие, но все равно это шорты. То есть вам не надо переживать, что оно сильно короткое, как что скажут люди, да, как они на тебя посмотрят. А то, что они светлые, но, в принципе, у меня есть светлая верхняя одежда, у меня есть светлая обувь, поэтому, да, я решила их себе взять. Что касается колгот, да, под низ, чтобы я
одевала. Например, если черный, я просто в магазине мерила с черным цветом. Нет, мне с черным как-то показалось, что это выглядит немножко странно, поэтому я пошла в Кальцедонию, прям принесла эти шорты, и чтобы мне подбирали колготы именно вот цвета, который не был бы таким сильно ярким, не был бы, естественно, с белым, бежевым каким-то, потому что я такие цвета не люблю на ногах. И я себе приобрела одни колготы, вот такие, такого бежевого цвета, не бежевый, как называют такой цвет, мускат, ну какой цвет, я не знаю, то есть он не совсем бежевый, он не коричневый, он не кофейный даже, он такой немножко сиреневый, серо-коричневый, как-то так вот, если можно описать. Такой цвет, они плотные для зимы, мне кажется, они классно подойдут вот именно для кожного даже платья, да, для шорт, вот что-то в таком плане. И размер я взяла M, потому что S-размер, как я думала брать, мне сказали, что они мне будут просто короткие. Следующий из новиночек у меня это вот такой асимметричный свитерок. Он тоже у меня из бежки, размер взяла S. Да, это размер S, он абсолютно тонкий, он очень мягкий, очень приятный к телу. Спереди здесь идет короче и сзади длиннее. И да, по-моему, концы здесь тоже они как будто бы подлиннее сделаны. То есть он такой бесформенный, знаете. И что мне понравилось в этом свитере, то что здесь достаточно большой вырез горла, да, то, что его можно спустить немножко на одно плечо. И я его как раз комбинировала вот с этим платьем, которое я вам показала. То есть поверх платья, если надеть вот такой вот свитерок на одно плечо, то будет очень-очень классно смотреться, потому что из-под этого свитера будет видна вот такая яркая юбочка. Следующая новинка у меня из магазина Mango. Это вот такой молочного цвета свитерок. Он здесь вязка такая идет как бы дырочками, и что мне в нем очень понравилось, то что сзади, я люблю на самом деле вот такие вырезы, именно когда завязывается одежда сверху на ленточках, не знаю почему, мне кажется, это очень так по-девчачьи, очень мило смотрится, а так он с виду обычный, сзади тоже, ну, на сантиметра два он подлиннее, но это особо и не видно. Я его взяла, в принципе, мне кажется, такой цвет мне подходит, и я его взяла, вот именно подбирала вот к этим шортам. То есть его не наверх, да, если заправить его вовнутрь, то смотрится безумно классно, так по-теплому, по-рождественскому даже, потому что впереди праздники, и можно вот таким теплым свитерком с такими коротенькими шортиками, можно выглядеть такой прям девочкой-девочкой. Следующая вещь у меня из новеньких, это опять же подарок от моей подруги. Это вот такая блузка-свитерок, совсем легкий, то есть он вязаный, и здесь проблескивает такая золотая нить. На самом деле очень мягкий материал, приятный к телу, и выглядит очень мило, потому что здесь есть вот такие по бокам завязки, которые завязываются на спине на бантик. Я сочетаю вот эту кофточку с таким же цветом джинс. Джинсы у меня есть, то есть такой молочный цвет. Очень красиво смотрится. Если, единственное, здесь вот очень глубокий вырез, такой V-образный прям запахом. Единственное, если надеть под низ какую-то маечку, то смотрится уже попроще, конечно же. А поэтому здесь мне нужно подбирать специальный бюстгальтер, который был и в цвет, чтобы он никак не выделялся, пока я такой себе не подобрала, если честно. Но я примерно представляю, что мне нужно. Поэтому тоже классно под пиджачок куда-то одеть. Тоже безумно понравилась мне эта вещица. Следующая новинка гардероба — это опять Бершка. Это вот такой серый длинный кардиган. Он без застежек, без пуговиц, без ничего. То есть просто вот такие полы висят. И здесь на каждой стороне есть вот такой маленький декоративный кармашек. Ну, естественно, туда ничего положить нельзя. Просто обычный кардиган сзади тоже вот так просто. Такое полотно, можно сказать. Цвета там были на самом деле разные. Я выбрала опять серый, потому что мне понравился.
Сочетать можно с джинсами, с юбками, с шортами, с платьями, то есть как угодно, естественно. И лучше, да, если его носить отдельно, не сверху, чтобы не надевать какую-то куртку. Единственное, если какое-нибудь пальтишко, которое подходит по длине, потому что длина здесь, может, даже не каждому пойдет до середины голени, но смотрится мне... Безумно понравилось, как смотрится этот кардиган. И еще также то, что здесь плюс, нет никаких пуговиц, застежек, можно подбирать разные аксессуары в виде ремней, поясов. Это, наверное, у меня была самая такая непредвиденная, самая спонтанная покупка. Мы, когда зашли в магазин Бершка с мужем, он сразу увидел, висит на вешалке, вот эта шубка, и он бегом, прямиком к ней хватает ее, потому что она была вообще, в принципе, одна, размером M, то есть одна единственная, и он ее просто схватил и говорит, носи ее с собой, чтобы никто ее просто не забрал. И вот так вот она у нас и получилась, да, что мы ее взяли. Да, это Бершка и размер M, как я сказала. Я так понимаю, что это была новая коллекция, и, видимо, их быстренько разобрали, потому что такие же подобные есть в магазинах, в магазине, ну, не подобные, в смысле, цвета другие, в магазине тоже H&M я видела, только она, по-моему, покороче, Той Мой, кто знает такую фирму, да, такой бренд, он у нас, по крайней мере, в Греции есть. Вот, цвет, наверное, вот с этой стороны лучше будет видно, надеюсь, на камеру. То есть здесь такой ворс длинный, как будто бы это лиса белая вместе с бежево каким-то рыжеватым. То есть, ну, такой как блондинка, да, шуба-блондинка у меня. Обычный прямой крой, прямые рукава, по бокам есть карманы и воротничок, здесь стоечка. И сейчас, да, тоже я померю, и вы на мне посмотрите, как это все выглядит. Ну и последняя моя новиночка, это двухгодичная хотелка, это вот такая шляпа с широкими полями, ну, осенне-зимняя, да, я бы сказала. Очень было трудно мне подобрать шляпу, потому что я мерила и побольше поля, и поменьше, в итоге остановилась на такой, и здесь вот, чтобы полностью круглая была. Но взяла такую, потому что, в принципе, как я, мне казалось, что эта шляпа мне больше идет. Но, опять же, в зависимости, как я уложу волосы. Сейчас я ее просто так сверху надела. И также спрашивала мнение разных девушек, которые были в магазине. И мне все посоветовали лучше эту. Цвета тоже черная, мне кажется, сильно прям какая-то, ну, не подходила мне. А вот этот цвет, я хорошо, что не ошиблась, взяла этот цвет, потому что у меня подойдет и под вот эту вот шубку, и под кардиган, и под свитера, да, либо под какие-то мои вещи. То есть такой универсальный серый модный цвет. Как вы считаете, мне идет такая шляпа или нет? Напишите мне в комментариях. Хотела сказать, что да, это у меня шляпка тоже из H&M. А что касается мужа и дочери, муж себе набрал вообще, не знаю, на целый год вперед, наверное, одежду, но я показывать здесь не буду это. А точно одежду я поняла, что нам лучше много ей не набирать, потому что она очень быстро вырастает. И да, у нас проблема, у нас очень много маленьких вещей, поэтому я ее сейчас ограничиваю в покупках одежды. У нас сейчас игрушки идут. Но все равно не смогла, не устояла, купила ей вот такие джинсики в H&M на 3-4 года. Так, да, H&M это, они не то что джинсы, они как джинсовая ткань, но они на резинке и так вытягиваются, просто как в виде лосины. Мне понравилось здесь то, что они очень тоненькие, то есть на тоненькие ножки, и то, что талия здесь тоже маленькая, потому что у нее проблема, у нее все джинсы, они в талии огромные, я их утягиваю резинками изнутри, которые идут, но они становятся очень быстро короткими. Поэтому вот здесь хоть ножки длинные. И также теплую кофточку взяла ей также с H&M. Вот такая кофточка с зайчиком. Она такая, знаете, как плюшевая. Как вы знаете, такие либо одеяло, покрывало есть. Вот такого плана. Она что изнутри такая же, и снаружи такая же. Такая миленькая с розовым, с белым, серым зайчиком. Классная такая, как плюшевая. Прям классная так трогать.
И из обуви взяла ей вторые такие же ботиночки, они типа Converse, да, ботинки, кеды. Первые мы брали ей такие же розовые, очень удобные, я просто решила посмотреть, как ей понравится или нет, она в них постоянно чуть ли не каждый день гоняет, и взяла в итоге такие же голубые, тем более на них была скидка, и стоили они всего 5 евро, это тоже у меня, кстати, H&M. Девочки, вот и все. Я рассказала о всех моих последних новинках на будущий сезон. Если вам понравилось мое видео, ставьте мне пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И увидимся с вами в следующих видео. Всем пока-пока!